регулятор оборотов от Racer Start. 32-битный регулятор от Racer Start 4 в одном. В комплекте сам регулятор, набор крепежей, винтики, проставки, гаечки, шлейфик для подключения к полетному контроллеру и обычный шлейф для подключения. Регулятор оборотов 35 ампер. Пиковые до 10 секунд 40 ампер. Регулятор на чипе ARM 32-битном. Работать может от 2 до 4 S. Имеются встроенные регуляторы 5-вольтовый. По-моему, 5-вольтовый линейный должен быть. 5 вольт 1 ампер и 12 вольтовый. Вот его выход. Импульсный 3 ампера. Размеры установки стандартные 30,5 мм на 30,5 мм. Размеры самой платы 36 на 36. Без вывода. Вес регулятора 13 грамм должен быть. 17,36. Ну, возможно, это вес с проводами. Так, что можно сказать о регуляторе? Регулятор чем-то уже покрыт, это видно. Здесь блестящая часть, а здесь просто печатная плата. Провода 16 АВГ, кстати, это хорошо. Не тяжелые будут, тоненькие. 12 вольт питание. А вот здесь на фишку выведено 5 вольт для питания полетного контроллера. Устанавливать я планирую на вот эту раму. Это рама Gepper C Chimp 5-дюймовая. Она уже была у меня собрана, но регуляторы были на лучах. Тоже от Racer Star, 35-амперные. Но мне они показались великоваты, сборка не очень нравилась, поэтому решил попробовать и взять регулятор 4 в одном. Также я планирую напечатать канопу. Это пока пробная версия была для пристрелки по размерам. Уже вижу, что не влезает. То есть, скорее всего, я либо поверну регулятор, либо здесь, либо немножко подкорректирую. А возможно, если установить на стойках. Ну, в принципе, можно попробовать натянуть. Ладно, с этим я разберусь по ходу. Так, ну, соберу, покажу, что получилось.